Администрация Октябрьского наследия Нюрбинского района не предоставила земли под индивидуальное строительство многодетным семьям. Проверку провела прокуратура района. Сотрудники установили, что в администрации поселения на учете в предоставлении земельных участков состоит 12 семей, имеющих 3 и более детей. Однако администрация нарушила земельное законодательство и не предоставила данным семьям земельные участки, а также не провела работу по их формированию и обустройству. На основании этого прокуратура обратилась в суд. Он рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора. Теперь выдача земельных участков многодетным семьям находится на контроле у прокуратуры. Прокуратура Нюрбинского района провела проверку исполнения администрации муниципального образования, установленной законом обязанностей по обеспечению многодетных семей земельными участками. Установлено, что в администрации наследия на учете предоставления земельных участков состоит 12 семей, имеющих 3 и более детей. Муниципалитетом нарушение земельного законодательства данным многодетным семьям земельные участки не предоставлены. Работы по их формированию и обустройству не проведены. В целях защиты прав многодетных семей прокуратура района обратилась с исковыми заявлениями в суд о возложении на администрацию муниципального образования обязанности обеспечить обустроенными бесплатными земельными участками многодетных семей, состоящих в очереди. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Выдача земельных участков многодетным семьям находится на контроле прокуратуры района.